Добрый новогодний вечер, уважаемые телезрители. Мы хотим задать москвичам один только вопрос и всем приезжим со всей России, со всего бывшего Советского Союза. С каким настроением они встречают новый 99-й год? Вы жители Москвы? Нет. Откуда вы, простите? Мы из Армавира. Краснодарский край. Краснодарский край, Армавир. Что вам принес год уходящий нового? Что вы ожидаете в наступающем 99-м году? Ну, уходящий ничего плохого, но ожидаем самое хорошее настроение и добра всем. Молодые люди, добрый новогодний вечер вам. Представьтесь, пожалуйста, вы житель Москвы или откуда-то из другого места России? Нет, мы не жители Москвы, но сейчас, поскольку учимся в МГУ, живем в Москве. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы? Я из Калуги, я Таня. С каким настроением вы встречаете Новый год, новый наступающий 99-й год? С настроением, что впереди будет все хорошо и, ну как, много надежд впереди видится. Что вам дал год уходящий, 98-й? Много новых друзей. Добрый новогодний вечер. Представьте, пожалуйста, вы москвичи или откуда-то с России? Москвич. Скажите, пожалуйста, с каким настроением встречают москвичи Новый год? Неважно. Настроение не праздничное, такое угрюмое. Что вам дал такое вот угрюмое настроение, год уходящий? Обвал полностью и бюджетное положение. Ну так духом не падаем. Ну, не важно. Ну что ж, а какие есть надежды на 99-й год? Надежды есть какие-то, питаем, но трудно сейчас в стране, везде трудно. Везде. Я вот бывал в Прибалтике, в Белоруссии, на Украине. Прибалтика получше живет немножко, но Украина и Белоруссия в обвале, еще хуже нас. Вот такой вот мы небольшой телевизионный обзор настроения в Москве. Гостей ее москвичей сделали и показали вам сейчас. Евгений Давыдов, Анатолий Бабайцев из Москвы специально для новогодней телепередачи.